Ну что ж, ребятки, я всех приветствую. Сегодня будет довольно-таки интересное видео, в котором я вам покажу новую работу автоугонщика. Я вам покажу, как она работает, что нужно делать и сколько можно заработать на минимальном скилле. От вас, конечно, хочу увидеть активность. Давайте на этом ролике наберем 150 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Также всем спасибо, кто подписывается. У нас уже 25 тысяч на канале. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня. За него получите 300 тысяч. Рублей. Вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, ребятки, не буду вас задерживать. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Всех обнял, приподнял. Полетели. Ну что ж, ребятки, сегодня мы будем изучать систему автоугона. Я слил контракт. Да, конечно, как бы сейчас скиллы маленькие, поэтому контракты не особо такие прибыльные. То есть мне выпал автомобиль Запорожец. Возможно, прибыль 168 тысяч. То есть это контракт первого скилла, то есть это работе и скиллы. Чем выше скилл, тем, соответственно, выше заработок. То есть в угоне автомобилей может участвовать два человека. То есть вы словили контракт и можете еще кого-то с собой одного взять. Я так понимаю, нужно ехать к барыге, брать у него... отмычки. Так, надо в графики зайти. Что я как лох. А вот, покупка привета для угона. Все, я тупой просто. Так, а самое интересное, где мне искать машину? Ага, вот на карте получается видно, то что машина находится где-то вот в этом районе, мне ее нужно искать. Ну, поехали тогда в Арзамас, сейчас будем искать наш заряженный автомобиль, наш Запорожец. Да, вот этот Запорожец. И потихонечку сейчас будем угонять данный автомобиль. У меня кончились отмычки. Окей, давайте мультитул попробуем. Что-то сложно, блин, а что я не смог это сделать? То есть мне нужно ехать обратно за отмычками, да? Обалденно просто. А нельзя пару штук сразу купить? Ну, поехали обратно за отмычкой, я как бы не знаю. Ну, а что делать? Я вроде бы все правильно нажимал. Просто я как бы ролики не смотрел, я не знаю, как это работает. Ну что ж, ребятки, попытка номер два. Я не знаю, получится ли у меня обратно. То есть я вроде бы все правильно нажимаю. Понимаете, на Ламборгини приехал угонять Запорожец, блядь. Ну, это пиздец вообще. Ну, реально, типа, Ламба стоит, которая стоит там по ОСУ 25 лямов. И Запорожец. Как-то вообще не перспективно, короче. Так, зажимайте клавишу S, передвинуть. Хорошо. Я просто не понимаю, что... Да, блядь, в смысле? Блядь, что мне надо сделать, алло? Неужели это я такой долбоёб? Неужели у меня только не получается, ребята? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я такой дебил, либо у всех такая тема? Ой-ой-ой-ёшечки, блядь. Дай бог мне, блядь, нормальную голову, блядь, а не кривые руки, пожалуйста. Я не могу просто взломать, блядь, машину, нахуй. Не могу, блядь, уже пятый или шестой раз. Ебать, слава богу тебе, господи, спасибо нахуй, то что я, блядь, наконец-то это сделал. Еще одна отмычка должна быть, ты, сука, ебанашка нахуй. Какая нахуй еще одна отмычка, блядь. Я извиняюсь, пацаны, за то, что я такой агрессивный, просто, ну, я ее взломал, наверное, с 10 раза только, понимаете, с 10 раза. И она мне говорит, надо еще одна отмычка, понимаете. Еще одна отмычка, блядь, ей надо. Я первый раз это делаю, понимаете. То есть я уже в этот раз, вот последний раз, когда я делал, я уже понял то, что надо делать. Не, это прям намного легче, блядь. Намного легче, чем эта отмычка дрочиться, нахуй. Вам осталось заставить транспорт до отстойника, после чего сдать его. Ладно, давайте, наверное, поедем все-таки багажник проверим. Ну, мало ли здесь, может быть, что-то лежит. Давайте заеду, наверное, перекрашу ее. Потрачу бабки, как бы заеду в самый лучший стол в городе Арзамаса, где стоят скидки, и перекрашу машину. Ебать, самая реклама, пиздец, да, пацаны? Во, ебать, вот это ракета, ебаный рот. Так, ребятки, вот получается нелегальное СТО. Возможные предметы. Так, обращаем ваше внимание, что данная услуга гарантирует лишь 34% шанса того, что багажник в итоге будет взломан. 16 тысяч это стоит, короче, ну нормально. Так, ждем 30 секунд, пацаны, багажник взламываешься. Ракета, блядь, красная просто, Запорожец, ебать. Самокат, ебать, канистра, нихуя себе, ебать. Ебать, он медленный, это пиздец. На нем я пока до этого доеду, прикиньте, а если с этого потом в юшку надо будет ехать? Ну, как взламывать, типа, там и так далее, как воровать машины, я как бы не смотрел. Все на ходу, как бы, изучаем вместе с вами. И вам это показываю. Так, вот, ребята, отстойник, как бы, где-то вот здесь. Опа, аккуратненько залетаем.
надбавка за скилл. 58 тысяч, надбавка за тип контракта. В смысле плохая скрытность? Охуела, ебать? Я, блядь, машину нахуй перекрасил. Штраф за состояние транспорта. Так я не въебался никуда. Надбавка за улучшение транспорта. Какое улучшение? Хуй его знает. И то сумма, ебать, 100 тысяч, да? То есть я вроде бы в нуле, поэтому нормально, короче. Мне, говорят, там надо бомбу покупать, взрывать, ебать. Но нихуя такого у меня почему-то не было. Я еще как бы там рыбу забрал. Я мог бы еще самока забрать, но у меня, короче, места не было. То есть, кстати, по багажнику тоже там неплохо было для такой машины. В целом, мне работа как бы понравилась. Ничего такого сложного, в принципе, не было. Но вот этот взлом с машиной меня, конечно, очень жестко напряг. В целом, работа мне понравилась. Реально прикольно, интересно, необычно. Но так я вам в целом показал просто, как это работает, чтобы вы примерно понимали, что и зачем нужно делать и сколько можно заработать на минимальном скилле.